В Новый год без долгов. Под таким девизом в общероссийский рейд вышли судебные приставы. В первую очередь внимание уделяют социально значимым ситуациям, поэтому начали с тех, кто задерживает зарплату и алименты. Как встречали нежданных гостей, знает Анастасия Зубрева. Вот у нас и солнышки, и часы, все мы учим, и буковки, и циферки, и фигурки, как можем. Маленького Саву в дом к бабушке и отцу из детского садика забирают регулярно. По крайней мере, так говорят в самой семье, куда наша съемочная группа отправилась вместе с судебными приставами. Владислав, папа мальчика, должник по алиментам. Платит периодически с прошлого лета. Регулярные заработки закончились после травмы позвоночника и последовавших за ней проблем со здоровьем. У меня колено как сломалось, и вот я им занимаюсь пока без каких-либо хороших вестей, потому что все операции платные, все операции дорогие. И как бы работать на какой-то физической работе сейчас возможности нету, да и, скорее всего, уже, как врачи говорят, не получится. Я как бы плачу, перевожу, но я не слежу за этим счетом. А вот уже другой дом. Здесь ребенок вроде бы тоже с родителем, только в присутствии камер взрослые почему-то не захотели общаться с приставами. Судебный пристав, я помню, что мне повестку. Можно, да? Мне повестку, да. Я вот это ребенок, да, вот мне повестку. Вы... Правильно? Чтобы помочь получить невыплаченные, приставы ходят в рейды с раннего утра до позднего вечера. Так застать должников больше шансов. На пути к своим адресатам исполнители проводят целое расследование. Он мне должен большие деньги. Тоже я его ищу. И бесполезно. Судебные приставы промышленного района? Да. Пожалуйста, познакомьтесь. Может, по-вашему? ОСП «Промышленный район», физкультурный 106А. Я знаю, я была у вас, знаете, сколько лет уже. А так вы с ним не общаетесь, получается? Нет, он меня чуть машина не сбил. Там много вопросов было. Он должен мне очень большую сумму, очень большую сумму. Получается, что не только вам. Это я знаю. Вы знаете, здесь сколько ходили, и поджечь собирались, и убить, и все на свете. С начала года приставы возбудили 11 тысяч исполнительных производств по алиментам. Неплательщики должны 335 миллионов рублей. Взыскать до сих пор удалось только 335 тысяч рублей. Злостных алименщиков не пугает ни ограничение выезда за рубеж, ни запрет управлять авто. Именно такие меры действуют, если их долг перевалил за 10 тысяч. Однако у приставов есть и другие меры воздействия на несознательных граждан. Если должник в течение 2 и более месяцев не выплачивает алименты за содержание своего несовершеннолетнего ребенка, то судебные приставы вправе привлечь его к административной ответственности. Здесь должник может отрабатывать, исполнять обязательные работы в срок до 150 часов. При этом, если он отработал свои часы и при этом продолжает уклоняться от своих родительских обязательств, то здесь уже его могут привлечь к уголовной ответственности, и наказание здесь грозит ему до лишения свободы сроком на 1 год. Чтобы начать Новый год с чистого листа, гражданам настойчиво советуют самим проверить, не числятся ли на них долги на сайте в разделе «Банк данных исполнительных производств». Оплатить непогашенные счета можно также онлайн. Анастасия Зубарева, Андрей Авдеев, новости губернии.